Основные задачи Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан при Министерстве здравоохранения страны – выявление и оценка потенциальных рисков в санитарно-эпидемиологической сфере, проведение эпидемиологического мониторинга и реализация комплекса противоэпидемических мероприятий на территории республики, эффективная реализация государственной политики в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, а также осуществление государственного санитарного контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, применение мер, установленных законодательством в случае выявления нарушений законодательства. Статистика показывает, что с наступлением жарких дней возрастает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, а потому в летний зной работы у сотрудников СЭС прибавляется. Дело в том, что на их плечах контроль за соблюдением норм торговли продуктами питания. Ведь в летний период создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей острых кишечных инфекций в окружающей среде. При массивном накоплении возбудителей в окружающей среде частота их попадания в желудочно-кишечный тракт человека увеличивается, соответственно, увеличивается вероятность возникновения заболеваний. Особенно обостряется летом опасность заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанными с передачами возбудителей через пищевые продукты. С изменением метеоусловий, резким повышением температуры воздуха, возрастает вероятность нарушения температурных условий хранения и реализации скоропортящихся пищевых продуктов, что может послужить причиной ОКИ. Загрязнение пищевых продуктов может произойти в результате нарушения правил личной гигиены, немытья рук при приготовлении, кулинарной и термической обработке пищевых продуктов, при нарушении правил сроков транспортировки, хранения, реализации пищевых продуктов и готовых блюд. Особую опасность представляют скоропортящиеся пищевые продукты, а также блюда, приготовленные без термической обработки и употребляемые в холодном виде. Возбудители острых кишечных инфекций в них могут не только накапливаться, но и размножаться. Одними из наиболее опасных являются кулинарные изделия, в том числе фрезерное мороженое, разливные напитки, готовые салаты и многое другое. В связи с этим на основании постановления Комитета по санитарно-эпидемиологическому спокойствию и охране общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан от 13 февраля текущего года номер 4 в Алмалыке сотрудники СЭС в очередной раз напоминают представителям торговли о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также проводят контрольные рейды, в ходе которых проверяют условия хранения и торговли продуктами питания, соответствие продукции сертификатам качества, наличие медицинских книжек у продавцов и многое-многое другое. В том числе были проверены точки продажи мороженого, разливного морса, кваса, айрана, урюк-шарбати и других. К лицам, не соблюдающим санитарно-эпидемиологические нормы, применяются наказания, предусмотренные Административным кодексом Республики Узбекистан. В ходе рейда среди работников торговли были также распространены памятки с рекомендациями Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан при Министерстве здравоохранения страны.